узнаваем на тему венчания, да. Православное венчание. Да вы нигде не найдете, только на нашем форуме. Держи. Я сейчас подойду. Ой, а у меня вот. Форум. Так, зайдите, венчание, семья, наберите. Поверьте меня, вы мою луру бываете? Ну, Мэл, нет, я на Яндекс.Вик. А вот вы зайдите туда, через меня, то вам легче будет. Уже далее. А, вот. Я тут... Это я вел занятие вот этого и в вашем делу. Вот. Что это за форум, что они стоят? Телефон и все здесь. Вы нигде больше не найдете столько, сколько у нас. Да вы что? Это супер сайт. Ну и кроме того, на первой странице сайта вы увидите форум, вы в него так откнете и сразу повисковик и найдете. То есть у вас есть прям информация, как бы, да, на эту тему что-то. Да. Как информация, что? Ну, как информация какая-то из этой темы, да? Специальный раздел у меня, не просто информация. На сайте, ну, там, понятно. Когда зайдете на первую страницу сайта, справа 55 папок. И написано «Семья, дети». И вы зайдете, а на первой странице написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Это я. И вы только откликните на него и сразу на форуме. А там опять поисковик, и там «Семья», «Венчание», то есть «Заряжай». Вы найдете тысячи фотографий. Видеоролики. У меня больше, как бы, я на специальности противника костюма учусь, то есть у меня как бы венчальный наряд. Все там есть. То есть я там... знаю, как бы, эти все... Не, отвечу на вопрос не найдете. По венчанию да. Только вы видите 400 фотографий. Вот эта девушка как раз венчалась. А он приехал. У меня в ряд тоже интересуется вот эта традиция и в частности костюм. Вот он художник пришел. Так, ты здесь сказал, что выходи вот это, там и там все раздевания. А вы сейчас спасибо. Ты мог сказать, что... Пошли. А я думал, что вы были здесь уже раньше. Да, не разу. Пошли. Раздевайся сейчас. А где раздеться так, чтобы можно было вещь сразу. Сложить? Так, наверное, про Потеряевку-то все выставка-то здесь она. Ты вон там посмотри, ты там есть. Поешь. Певец. Вот так. Все тайное станет. Каждому подходи. Потом я буду объяснять все. Сейчас сильно не задерживается, потом отдельно. Ну что, привет. Голову открыл. Выбрал момент какой. Уж видно, с таким удовольствием. Большего не бывает. Вы еще не раздевайтесь, я не пойму. Раздевайтесь, вы где-то уже не положим, а то не это. Что, по победе будет вас? Все люди заберете. Слушай, я говорю, раздеть там, а я не буду. Что еще? Ну, трудная вещь, я не пойму, какая-то трудность тебе сказали. Вы реку окопнулись, не имею против его-то прокатить остался. Тогда раздеть, я разделся. Так, про Потеряевку, наверное, все здесь? Да. Не наверху? Наверху там одна фотография. Ну, туда мы нами идти, сильно-то не дышим. А здесь можно свет дать больше. Попросите. О. Вот он, есть свет. А где он свет, пожалуйста? Да. А включился, вот он свет. Автоматика, Игнатий. Ага. Не, не автоматика. Так, а тут можно кого-то, студентов кого призвать, чтобы им рассказать-то? Ну, сейчас, там где-то сейчас Степанская. Нет, скажите, я целую лекцию прочитаю, покажу картину. Понятно. Мы вдвоем начнем тандемы работать по ней. Это настоящая будет экскурсия. Ну, это идеально. Ну, у нее, наверное, занятие. Там она там. Потому что я ей звонил, она говорит, я пока не знаю даже еще. Как. Ну, может быть, как-то сказать, преподаватель кто-то могли бы привезти, а то вся дня на нашей подойду. Я без этих, без зрителей обойдусь, но хорошо было бы, мы бы урок дали бы. Понятно, но вот если бы в пятницу договорились, тогда бы они точно организовали. Ну не как в пятницу, мы. Потому что в пятницу как раз были студенты здесь. Мы ничего не знали даже про это. Да, и мы не подумали про это, что надо было. Но сейчас в этом здании-то есть студенты какие-то, нет? Кого-то могли бы призвать даже из того здания. Мы бы провели урок и не по изобразительному искусству. Я же вел занятия по галереям мира. Ну еще. Игнатий Тихонович, можно я вас на память еще подарок сделаю? Снимай, снимай, снимай. Да потом кому? Наталья. Не, ну а вы ей как-нибудь потом... Ну я не знаю, это да. Она когда приедет, нет. Давай-ка мы сейчас передадим. Вот, передай. Вместе подойдем сюда. Маргарита, да. Вот, смотри,
Видела. 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 Так вот он дарит ее. Как бы передать-то ей? А, не знаю. Я в интернете не купаюсь. Да почему в интернете? Ты прямо лично передать? Ну, она же не под боком у меня. Пока у нас будет. Ну, пока у вас будет. Давай, давай. Берите. Ой, красота, конечно. Посмотри. Красота. Прямо поставить. Может, приедет. Сестры, когда сестры. Вдруг приедет, когда сестры сроду у нас. Я это надо через маму, Игнатий Тихонович. Сколько стоит? Нисколько. Как, это рамка? Это все. Через все, маму все надо. Через маму. Маму. Вот видишь, уже совет да, дают. Через маму. Ну, правильно. Совет. Нет, надо это. Дай, конечно, я туда пойду и... Зачем? Это помечено. Это... Ну что, мы не можем студента вызвать? Ну... Познание с кем-то, там, с телеградом. Я-то думал, что в том здании там очень легко было собрать. Давай. Там самая Михайловна, если бы она подошла, тогда бы она кого-то привезла. Так, мы сейчас привезут, да? Им никак это не помешает? Нет, это конечно. Или мы в пятницу вообще, как бы... С наших слов все это было происходило. Или вы сами расскажете? Я бы каждую фотографию стал рассказывать, связывая ее с восстановлением земли. Конечно. С программой партии. Ну, да. Биографию каждого человека, какие какие-то последствия имеют для тех, кто смотрит. Я вас тут подключу. Нет, я, конечно, не снял отсюда, потому что та еще мне пригодится, она лист поедет. И она же в этой самой французской книге, вы видели? Нет, нет. В прошлом году, нет. В конце 2010 года вышла в эту самую в Париже книга фотографическая, называется «Вечная Россия». И там вот все собранные фотографии со всей России. Твоя попала. И это попало, и у Павлика там, Павла Федоровича, там штук 10, по-моему. Даже. А у вас одна? У меня один из них они прислали. Как они? А так выбрали, они сначала у него выбирали, потому что... А когда уже набрали? Когда набрали, мне уже места не хватило. Я понял. В 2010 году, ну, нам можно посмотреть, Павла Федоровича, зайти. Надо просто было как-то найти на эту на выставку, так глянуть. А фотографии-то все равно не у нас есть. Нет, понятно, а саму книгу? Какие именно выбрали? Смотри, только держи, я так просто держу. Не, ну там у него разные выбрали, там у него и эти самые странники. И... Так, ну что насчет того, чтобы... Сейчас подойдет друг. Прекрасно. А то вы там с ума. Тихо, осторожно, ну что, можно так? Можно, можно, сейчас. Ну вот, хорошо. И еще раз сюда посмотрите. Вот, все хорошо. Так, пришли, спрятались. Вот так. Сам располагайте наши магазины. Да не, ну сейчас приведут студентов тогда. В лагере у нас, это в шалаше, это все, даже палаток меньше было. В каждом шалаше 10 человек.
Это еще 89-й. Это 2 года потеряем. Еще потеряевки не было. Да, это 2 года как раз. Еще было. Это вот. Да. То есть вы весной пришли к нам в редакцию, да? А летом потом мы приезжали туда, да. К осени уже ближе. Потому что уже колосья были, да, да, на, да. Это самое, на пшенице. Понятно как. Вот Господь же так сделал. Как ты попался? Тебя бы не было, значит, может, ни на кого не вышел бы. Может быть. Это все у Бога, все сочлененное. А Галенко-то ведь хорошо знаешь? Конечно, знаю. Вот. И он приехал тоже первый раз, кажется, в этом же году, осенью. А он был может по такой быть, работе, да, он это, осенью, Мамонтовская он газета. С Мамонтовским. Свет октября. С Тритунским. И у нас завязалась такая же дружба. Он все эти годы приезжал. И он тоже престижную премию взял, чуть ли не первый, Растамкина. За публикацию материала охрана называется. Ну, он по милиции. Да, по милиции. Милиция, да, милиция работает. Да, по милиции. Сейчас они что-то там поругались. Вот я могу показать здесь, кто это сидит. Это Денис. Ну тут. Это наши племянники мои. Племянники. Племянники. Мар. Вот недавно он приезжал. Вот Саша сидит. Это наши шалаши. Это Данила. А там эта девочка, это Лилия Черепанова, приехали. Приезжали. От отца. Геннадия, конечно, этого паспорта. Синисейская. Вот они где. Видишь, какие шалаши, я тут покрытые были. Это памятник, который нас человек. Определенно счет приятно. Сейчас студенты какие-то. Умудрись меня фотографировать уже с рост. Видишь, я как бы. Ну конечно, а что? Нет, посмотри, я специально не стал раздеваться, а только штаны снимать. Может быть, тебе холодно. Ребят, переодевайся, да ладно, я тебя так знаю. Это шалаш. Вот шалаш. Это в шалаш. Она нырнется сейчас и в шалаше сидит. Это шалаш. Это шалаш. Вон, с той стороны видно на 10 человек шалаш. Вы сейчас смотрите. А вот Саша взял вот эти колоски, сорвал у него были, и положил вместо закладки пшеницу в закладке. Вот это вот, да? Ну вот это вот. Интересно, это Библия. Ее Юра звать. Вы знаете, что она в лагере? В лагере ну, тут сидела. В лагере в Красноярске. Она правда. Приезжала две сестры. С Красноярска? Красноярская. Да, ну, как будто так, Синисейска. Енисейская. От отца Геннадия. Вот так. Я вообще вот это как будто вот живое. Все, по-новому все. Вот колоски, как будто это мы смотрим кино, а не фотографии. 22 года, прикинь, есть сколько здесь. Ну, тут надо сейчас уже сейчас. Уже под 40. Ну, пойдешь ко мне? 45. Ну, так получается. Фотография. Не привезла я мне. Тема-то вечная. Тема вечная. Сами не примут. Потому что инструкция там есть. Как раз так и назвали. Вечная нет, Россия. Нет, инструкцию я еще. Все меняется. Нет, все там Россия нормально. Как в коробочку надо просто было положить. На их два лежат. С Наташей. И она же не дорогая. Вот женщина такая обычная кадеточка. Ну, мы с ней беседовали, слушай, а потом говорит, Наташа, ты меня не узнаешь, так глаза наклонила. Ну, говорит, нет, так долго смотрит, смотрит на нее, нет, говорит, не узнаю. А потом, говорит, я такая маленькая была у вас, это прошло уже, говорит, вот сколько было лет, ей, наверное, 10, и сейчас ей уже 18, 8 лет. Да, конечно, где же узнаешь. А я замуж вышла и родила, вот мой ребеночек. Наташа, ну там сколько в лагере тебя у вас звать? Прошло, она даже да. Имя ее не вспомнила. Так изменились взрослые. Так вот это уже под 40 лет. Не, да, это сейчас уже. Уже вообще. Детей сколько, наверное. Ну, у вас это вообще шикарно. А какие цвета-то? Вот даже вот эти вот салоны. А это старая пленка, еще это самое германская. Нашел слайд старый. И вот так оцифровал. Да, да, да. Ну тогда такая пленка была. Это сейчас хорошая, а тогда-то не было же хороших пленок. Вот у нее вот такая... У нее нет, конечно, фотографии. Откуда она? Но они же уехали, больше никогда не вернулись сюда. Если бы они возвращались хотя бы. Она еще сложила руку. Нет, ну понятно, ну как бы. А там...
Там еще Витька с Кизюком сидел рядом. Да, давайте есть, со мной сфотографируйте, я хочу с ней. Это мое фотографируйте нас. Саша, а эти фотографии соответствуют действительности? Ты фотомонтаж не делал тут? Здесь нет. Нигде? Нигде. А ваши, ну, пойдем как посмотрим. В ваших этих снимках нигде. Ну это посмотрим. Давай. Отсюда вот тут. А, ну этот, простите уж. Ну, это я уж это самое. Ну, я ничего... Оттуда сверху принес, думаю, ну ладно. Это ничего. Все равно верх-то ваш и низ ваш. Ты его на фотографии или крест поставил это? Потеряевский поставил. Ну почему это? Потеряевский. И крест Потеряевский? Потеряевский, ну, нет. Ничего тут, ничего, я как ничего бы не... нет, я думал, подрисовано. Не нарисовал, а это ваш же крест, ваш крест. А где он? Ну может быть мой, если там мой. На моей модели поставили. Ну там первые проходишь, а они вот как-то это самое не ухоженные были. А дальше идут уже ухоженные, которые... А ты на какое-то складбище принес? Да, конечно. Вот такое складбище. Говори. Ну просто чуть совместил, чтобы такой образ получился художественный. Здесь, да, это я то самое, конечно. Так, Женя, ты когда будешь свободен? Мы сейчас находимся в университете, ну, наша выставка. Ты подъезжай сюда тогда, а потом меня отвезешь до дому. Ты знаешь, где Алтайский государственный университет? Так вот там главный вход, а другой поближе. Здесь фотовыставка. Такой круглый как бы вход какой-то из бетона. Да. Что? Ты понял, где? Прямо около краевой администрации, а там видно дворец спорта. Мы сейчас уже здесь находимся, вот сейчас. И ты подъедешь как... Все, давай, мы тут будем. Потеряешь, приедет фермер, интересно. Ну мы можем посмотреть пока ту выставку. Потом сюда вернемся. Там, там Наталья. Фермер приедет настоящий, с соседнего села, знакомый. Ну хорошо. Это не просто фермер, это большой фермер. Он подобрал все село. У него, у одного, вон, сейчас назовет, 6500 гектар. Ну это в какой деревне? Под Степной рядом. А, у вас же в Подстёпном. Да, так он снабжает этот поваренный этим ячменем. Ячмень, тысячи, да, там гонят. Молодец. У него урожай, а как передовые. Все у него. Фамилия как старшего? Фамилия Долгов Евгений. Да. Он говорит, через 5 минут буду здесь. Он в городе. Он где-то в городе, значит. Вот, ну, ты его увидишь, он сильно помогает. Вот так. Про него передача. У меня сейчас вопрос, как ты мне фотокарточки тебе дашь, скинешь? Именно на диске. Да ну я могу для интернета сбросить по электронной почте, а потом на диске принести. Нет, лучше сразу. Тогда ты все-таки можешь отработать, и все за диском придут наши ребята. Ну сегодня я просто еще в другое место пойду. Завтра. Разница никакой нет. Ну, потому что сегодня мне еще надо в другое место. И делаю больше. Все будет надо. Вон, видишь, как нашли вас свет. Вот как где нас. Как раз ступени будут. Иди, иди рядом, что стоите-то? Ну иди. Нина, что с тобой? Иди туда, сестры наши. Идите туда, пропусти их. Саша, пропусти. Иди вперед. Никакого одних не получится. Вот. Тут слишком солнце. Давайте его отправим. Вот куда поставить, он знает. Вы тут сидеть не будете. Вы тут сидеть не будете, говорю. Ничего не Я тексты.
Вот так есть маленько. Сладкая чаша горькая. Да. Ну, тут без запятых. То есть, кто как, кому как повезет. Ну, ей повезло, да, я так понял, все нормально у нее. Да, Игнатий? Будем надеяться. То есть, сына она родила уже, да? Да. Иван? Иван. Да, хорошо. Все как положено. Значит. А тут я еще не знал этого, то есть, когда писал, то есть, я об этом еще не знал. Мне вот в пятницу только сказали. Ну да. Да, не дай бог, хорошо. Это ты написал? Я, конечно. Молодец. Но я не знал просто результата еще. Это я полгода назад писал. Она сначала в Новосибирске висела, вот это тоже часть выставки. А сейчас я уже знаю, я могу уже дописать. Еще есть. Это целая история. Будет уже в следующий раз. Я дополню. Они где, в каком штате живут? Прямо в Нью-Йорке? Да, по-моему, да. А это как там? Ой, район. Какой район? А там эти, как? Там же много. Чудовский район. А, на Брайвене, что ли? Да, где-то там они. Ну, в принципе, он, наверное, похож на меня. Ну, да. А там они, вот батюшка был, он говорит, я говорю, мне вроде как проехать, а она по-русски спалит. На Брайвене все по-русски говорят. Надо узнать, когда тебе придут, а чтобы им успеть и там пойти. Ну, вот. А вот молодец. Вот это правильно. Давай говорите сюда, пригласите. Соберите сначала, чтобы знать, кто наш. Да. Вы стараетесь от нас никто не отставать. Это выпущено, да? Так, я сейчас спрошу. А кто у них вот. Пойдемте, пойдемте. Игнатий Игнатьевич, уже вас садим там. Пойдемте вниз. И начнем. Да, 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 как гамбургский. Ну, тут, наверное, вот, я говорю, да, начну с самого начала. Понятно. Там прямо в самом дальнем конце. Позвоните сюда, пожалуйста. Проходите сюда, ребята. То есть, Игнатий Тихонович, вот тот человек, о ком это вся выставка, ну вот эта часть выставки, да? Про Потеряевку и общину. Вот то, что это самое. Вот он рассказывает. Да, мы с ним познакомились в 89-м году весной. Он пришел к нам в редакцию газеты «Молодежь Алтая», тогда еще на восьмом этаже она находилась. Вот он примерно так же и пришел, только тогда у него были валенки с галошами и этот самый тулуп. Или пальто было, пальто с шапкой. И, ну, такой необычный человек. А зачем я пришел? За помощью пришел. За помощью. Теперь я буду. Я сейчас уже забыл, давать. Какая конкретно помощь нужна была. Там что-то или. А суда шла. А, по судам, по тем судам. Еще все. Ну я буду пояснять, по домам, а потом позже продолжать. По домам, так лучше, да, чтобы не забыли. Дело в том, что поближе там все, чтобы подошли. Я плохо слышу, мне удобнее так разговаривать, когда люди ближе, когда слушают. Я верующий человек, и не просто уверовал, а мне хотелось исполнять заповеди Христа. А это означало идти поперек течения. Обличать по партию. Я писал в Центральный комитет, который были люди. Ну, это еще все при Советском Союзе. Людям это многое не нравилось. Вы видели, как развалится государство, что с этим дальше будет. Сегодня это все наяву. А потом ко мне будут домой приезжать первый секретарь компартии и спрашивать, а как вы это знали, что это будет? Я верующий. Я родился в 1939 году, мне 72 года.
А вот уверовал окончательно в Бога, это когда Евангелие в руки попало, это 27 сентября 62 года. Минуточку сейчас. Ты человек, а ты? Говори. Он, наверное, подъезжает. Как-то. Говори. Да. Да зачем же драмтеатр-то? Алтайский государственный университет. Корпус. Ну сюда, сюда немножко подъехать, и где краевая администрация, тут тебя ждут уже, Женя. С другой стороны. Нет, сюда надо, к университету подъезжай, сюда. Димитрова 56. За ЦУМом, за ЦУМом. Иди, тут увидишь, тут полукругом так озырек. За ЦУМом скажите, за ЦУМом. Я попутно отвлекаюсь, это фермер. Необыкновенный фермер Алтайского края. Он взял земли в свое время, я отвлекусь просто показать, как надо жить. Взял там 5 гектар. 5 гектар это не один день. Видите как? Мы не поговорили. Говори. Телефон, все. Так, к тебе выходят люди, смотри, тут где растут, там я вижу вроде елки растут. Вышел человек к тебе, смотри, с бородой. Кругом елки растут. Выезжай. Вот как надо жить? Он такой же, как все люди. Сейчас зайдет он к нам, это интересный человек. Село Подстепное, Евгений Долгов. На следующий год взял уже 50 гектар. Сегодня у него 6500 гектар. Если бы от таких Евгений Долговых тысячи было бы в России, Россию не надо было под Китай отдавать. Не надо было Международный валютный фонд. Он все накормил бы. У него все. 500 гектар свеклы, там 2000 гектар ячменя, весь пивоваренный завод на нем стоит. Все. Это настоящие русские мужики, вот на ком все стояло. Теперь говорится, что у нас здесь было. Меня арестовали первый раз в 80-м году. За что? Я люблю, чтобы люди знали, не были во тьме. А многие хотят, чтобы ничего не знали. Поэтому редко где-то встретить можно литературу. Я на Златоуст, это 12 томов, жил проповедник такой, в Византии, 4-5 век. Я доставал книги и насчитывал на пленке. Просто микрофон, а потом раскручивал 15 магнитофонов, и, ну, конечно, помощники были. И все это раздавали бесплатно. То есть стоимость пленки чистая, я это отдаю. Ну и кроме того, «Жития святых» 12 томов, «Добротолюбие» — это сегодня, на сегодняшний день, самая крупная фонотека в мировой сети, моя, моим голосом насчитана. Кто не знает, и мы могли бы вам сейчас дать здесь, выйти на наш сайт. Кто имеет выход в интернет? Ну, покажите, у кого у нас есть на руках? Сейчас, нет, подойдите, а сразу попутно раздавайте. Вот. Ну и историю церкви я насчитал всю. Но 20 века нет. И попадает материал, как коммунисты поступали, закрывали 1275 монастырей, 57 тысяч храмов, 210 епископов уничтожено в один год было. Я обо всем этом насчитал. Называется «Трагедия русской церкви». И, ну уж так случилось, я люблю Солженицына. И насчитал архипелаг ГУЛАГ. Полностью, весь парижского издания. И это все распространил по всему Советскому Союзу. И меня арестовали первый раз в 80-м году. То есть я сам стал живой осколок ГУЛАГа. А уже второй раз меня арестовали в 86-м во время перестройки. И когда я в 87-м году вернулся, реабилитирован, за мной ничего не было, нигде нету. В лагере смерти отбывал, 5 тюрем прошел. Вот тогда я пошел за помощью в редакцию, потому что не можем с места сдвинуть ничего, надо законом возвращать, а у них нечего возвращать. И когда подсчет произвели, они мне должны были 11 миллиардов рублей. Миллиардов, вот эти деньги, сегодня 11 миллионов. Ну, это большие деньги, но они ничего не хотят отдавать. Но суд идет, я 11 лет судился только с ними. И пришел в редакцию, и они мне помогли, молодежная была такая. Ну, говорит. Ну, администрация, скажи ему кто-нибудь из наших, чтобы прошел туда. Скажи туда, подъезжай. Центральный. Ну, где центральный вход? Центральный вход. Не доезжает центральный вход, ну что? Да. Сейчас, подожди. Ну, так, вон тому центральному входу, выйди туда. Туда, центральный вход. Он уже туда подъехал. Я Александр Павлович, вот я сейчас спрашивал его, а если бы я натолкнулся на другого, безразличного человека, было бы так? Этот человек очень отзывчивый, он не нашего круга, не то что там мы, натопчено. Он просто фотокорреспондент, фотохудожник.
И он поехал уже осенью, в 89-м году, в Потеряевку. Вот это первый снимок, вот он сидит здесь. Это вот три моих племянника от старшей сестры. У нас были только шалаши. В это время я уже почти 20 лет был начальником детского православного лагеря. Ну, просто сами создали. Без помощи государства, ни одной копейки нам не дали, мы подняли тысячи детей. Вот представьте, что если бы не я один, а вот все начали так делать, ну не я один, это вот мои люди, братья, сестры. Нам не надо никуда в Международный валютный фонд идти. В один год Россию можно поднять. Нам не надо было голосовать за президента. Любой президент вот только подписывал указы и все. С пустого места. И мы дальше стали думать, это бывшая наша деревня, там Мамонтовского района, поселок Потеряевка. И наконец, все были против. Но мы молились, были знакомые в Государственной Думе, ну еще не сожженная она была тогда. И уже в марте, 23 марта, был губернатор Суриков, он подписал решение о восстановлении поселка Потеряевка. Это первые жители Потеряева были. И вот 20 лет мы ее восстанавливаем с нуля. Ни рубля за 20 лет нам государство не дало, ни рубля. Сами столбы ставим, провода натягиваем, храм построили, школу, учителя государственной школы, учителя все верующие. Определенный порядок. Я говорю вам, где жить. У нас 1 200 000 гектар в Алтайском крае пустующей земли. Почему никто туда не идет? Конечно, работать надо. Ну а нас услышали очень далеко. Вот приезжала директор Кэссонского института из Лондона, Ксения Деннон. И она все это в интернете опубликовала. Дело в том, что если бы мы какую-то мощь имели от кого-то, а то не от кого. И это вот Александр Павлович Волобоев, фотохудожник. Он это все знает, как все строилось. Это его выставка. И он позвонил только в субботу, вот мы пришли. И мы хотели рассказать, чтобы это все вам помогло определиться. Вы-то сейчас что? Учитесь, еще неизвестно, что где будет. Какой бы вы специальность не получили, как у Пирогова спросили, а кем хотите, чтобы сын был? Он ответил, человеком. Вот если эту специальность получите, все остальное к этому приложится. Вот у меня специальность никакая, можно сказать, но я ею прожил. Я поступил в Пироговский институт, а потом забрал документы, поступил в колледж, называется, строительный. Ну так как семья, все пролетариат, отец инвалид войны у нас без руки с войны, 10 детейшек, и меня МВД взяли сразу и оттуда, ну, с заключенными работать, строго режимный лагерь, оттуда уже в армию. Я просто хочу сказать, что вот если бы на моем пути не встречались такие люди, то ничего не сделать. И когда меня сейчас берут интервью, спрашивают, что самое, ну, великое в вашей жизни это было, я одну маленькую частичку рассказываю, что пришлось сделать. Я отвечаю, что я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. Это как свечки горят они везде. И почему-то эти люди мне встретились. И эти люди приняли самое деятельное участие в деле, которое не их дело в этом деле. Я поэтому, ну, счастливый человек. Я не просто счастливый, а суперсчастливый. Вот сейчас идем мимо краевого суда, а там председатель краевого суда, генерал-майор, председатель отдела юстиции и просадки, генерал-лейтенант, как его называют, прокурор края, Параскун, генерал-лейтенант, и был мэр города Баварин такой. И вот они сидят, день рождения было. Я захожу, они говорят, мы только сейчас о вас разговаривали. Более счастливого человека мы не знаем. Представьте, какой генералитет и такую вот нищету. А почему? Вы делаете то, что вам нравится. А я и показываю уголовное дело, чем я занимаюсь. Я ни одного не выправить не могу. Я занимаюсь и с преступниками, 17 лет в тюрьме занимался. Я знаю их, они знают, я каторжник. Я знаю, о чем он думает, там сидит. Выступаю по рации, потом мы раздаем литературу, берем отходы в Алтайской правде, разносим по разным учреждениям, бумаги когда не было. Мы все задействованы были с утра до ночи. Это надо просто работать. Я вот услышал про выставку, Александр Павлович сказал, ну я хотел увидеть, думаю, молодых студентов, я здесь преподавал несколько лет, я 18 лет в АГТУ, педагогически. Я нигде за все время, вот 40 лет начальник детского лагеря, ни одной копейки не получил, нигде. Это вот с чем эта разница? Мы выложили все, и никто из нас не получил. Ну, государственное есть, у меня минимальная пенсия, мне не давали работать, поэтому самое минимальное, я работать мог только сторожем. Но свободный день я работал печником, и у меня деньги были. Но все брошено на то, чтобы люди знали, насчитать на пленке и распространить. А теперь-то говорить легко, все это в интернете стоит. И о нас сняли государственные фильмы. Один называется «Предчувствие», Свердловская киностудия документальных фильмов, получил первый приз на международном киноконкурсе.
Назвали «Искорка возрождающейся России». Второй фильм в России. Вот он работал Кузнецов, этот самый режиссер в «Алтайской правде», этой администрации, он по культуре. Ну, он сейчас работает. Да, он работает. Он второй фильм «Златоуст из Потеряевки». Это мое прозвище и поселок Потеряев. Он занял первое место в России. Ну, ни на чем. И этот фильм, вот сняли о Ведакиме, он первое место не займет. Вот снимут сейчас о Карлине, он никакого не займет. Почему? В душе у человека отклик есть. Это наше родное, в тебе это, ты как пробуди в себе эти силы, ты не знаешь, кто ты есть. Ты просто не знаешь. Я еще просто к своей биографии обращусь. Я заканчивал техникум, но я страшно много читал. Вот читаю «Войну и мир», и кому-то говорю, почему они по-французски разговаривают? Кто знает иностранный язык? Вот вы можете разговаривать. Поднимите руку. Ну вот, понимаете, вот у нас такая же история, но сейчас хоть преподают, а у нас в школе не было иностранного языка, вообще не было. А ты изучи, мне один бросил, а я не любил, когда со мной так разговаривали. Я сразу пошел к соседке девчонке и попросил его учебник за 5 класс. И за службу в армии я выучил английский, немецкий и французский. Выступал перед этими людьми в Англии, в Америке, сказать, в Америке, в немецком собрании, самостоятельно, ни одного дня нигде не учась. В армии 4 года потеряно, это я во флоте служил, у меня ни один день не был потерян. Все мировые системы политически изучил за это время. Просто на себя надо взглянуть. Да, я нищий, я убогий, но я счастливый человек. У меня много друзей, готовых пройти эту жизнь вместе со мной. И главный лозунг в нашей жизни, какой должен быть? Сейчас мы по выставке об этом поговорим. Ну, там все конгрессы, тут разные симпозиумы, меня приглашают они. Я староста Крестовоздвиженской общины. Ну и вот сидим здесь в ГТУ, там собрались, даже было лауреат Нобелевской премии Алферов. Там. Вот нет идеи, объединяющей Россию. Ну, пролетарии всех стран, объединяйтесь, не объединила. А я говорю, я знаю, они профессора сидят, и вы знаете, знаю. Ну скажите, пишите. Четыре слова, вот запомните. Это объединит нас всех до единого. Уничтожить все недостатки в России. Раскрой тюрьмы. Ни один на нас не посягнет. Я эту идею выработал своей жизнью. Запомните 4 слова. Дети. А я знаю, что говорю. Я 40 лет начальник детского лагеря, основатель этого лагеря, уникальнейшего лагеря трудового. Дети, воспитанные во Христе. Ни одного развода. Ни одного депутата-взяточника. Ни одной коррупции во Христе. То есть пробудить совесть. Человек в душе должен быть со Христом. Вы знаете извещение Федора Михайловича Достоевского. Во всей мировой литературе я не нашел ничего симпатичнее, привлекательнее и мужественнее Иисуса Христа. И с ревнивой любовью говорю, что и не может быть. И если бы кто доказал, что Христос вне истины, то я бы лучше согласился остаться со Христом, нежели с истиной. Говори. Так вот, Александр Павлович... Он оказал нам такое внимание. Он на этот вопрос не смог ответить. А если бы я натолкнулся на человека без различия, он бы не приехал в выставку, это и не было. А ведь он о нас сделал известным не просто здесь, он брал престижные премии, гран-при по всей Сибири, заповедник веры. Вот он перед вами, это живой, уникальный человек. На международных фотовыставках он берет. За рубежом издают альбомы с его фотографиями. А все они почти взяты с Потеряевки, которые удостоились этого. И когда она, вот это как раз, видите, названа Мадонна, да. Это у нас девушка. Она как раз окончила с красным диплом АГУ, изобразительное искусство. Сейчас она в Америке вышла замуж, там приезжал хирург. Еще одна фотография наверху ее будет. Ну вы покажите, прям давите. Да. Это вот вы же Наталья всех Кривонька. Знаете. Вот ее обращение какое было? Я вел занятия, вот 18 лет в ГТУ, а до этого где-то лет 5 здесь. Вот. Вы, конечно, не знаете, был тут Константин Филатов, секретарь комсомольской организации вот этого. Ну, а вы знаете главного редактора вашей газеты «За науку» Клименко Владимира Федоровича? Главный редактор вашей газеты, непосредственно университетской. У нас очень хорошие отношения. Вот сейчас редактором церковной газеты попутно еще, Алтайской комиссии, и здесь. И вот в сценам у меня был в лагере. Он прекрасные статьи опубликовал, когда на нас нападки были, а он все написал как есть. Вот эта девушка, она училась в текстильном где-то, а душа не удовлетворена. Она искала, и кришнаитов познакомилась, и свидетелей Иеговы, а душа говорит не то. Пошла в церковь православную, молится, а душа ей плачет, она говорит не то. Она не может найти внутреннего успокоения.
И вот однажды она ехала в автобусе, а в автобусе так плотно было, что ее волной гнало просто к заднему выходу там, и услышала, две женщины говорят, и говорят о Боге. Я говорю, вся внимание. Но одна сошла, говорит, а я к этой подошла, вы сейчас о чем говорили? Так интересно. Она говорит, мы ходим на занятия в ГТО, ну и сказали, что я преподаю. И она на следующие занятия, два раза занятия, вторник, пятницу были. И она пришла, и дальше она о себе говорит, это все в интернете есть. И вот как Бог делает? Я не маг, не гипнотизер, я глубоко верующий. У нас это считается за волшебство. И вот она пришла и села на первую скамейку. 410-я аудитория. И дальше она пишет. У меня, говорит, главные вопросы были вот эти. Она знала, сколько? 15 вопросов, которые не священники. И вдруг она слышит, я по теме объясняю в это время. И вдруг посмотрели на меня, перестали разговаривать и стали отвечать на мой вопрос. На мой вопрос ответили, сразу начали мой второй в том порядке, в котором у меня были, и вы начали отвечать на все мои вопросы. Ну, это невозможно знать. Это Бог делает. Повторяю, что с нечистой силой мы не знаемся. А потом она вот была 12 лет, отдала нашему православному лагерю. Она там была старший воспитатель, прачка, она там была швея, ночные горшки, это все, и психолог одновременно. А потом она закончила вот вашу АГУ здесь с красным дипломом. Вот 2 года назад она вышла за хирурга болгарина одного в Америке, сейчас мальчик у нее родился. Никто не думал, что она выйдет замуж, но ей попало еще за то, что она через интернет, нам не позволено знакомиться, она через интернет. Но приехавший, он привез грамоту от митрополита. Ну, мы видим, мешать мы не будем, мы боялись потерять человека. Ну вот, видите как, это не ее девочка, там одна наша сестра, у них тоже детишек много. Наталья приходит, а теперь она, у нее там фамилия другая, как ее фамилия, кто знает? Ну что-то там, такое, что болгарское, ну, хирургом работает. Ну, может перейти к другой фотографии. Вот это у нас пирс называется. Вот здесь вот огорожены дети, называется лягушатник. Купаются дети, детей учат плавать. Потом детей выпускают, это открытое море, пруд. Мы выдаем им свидетельства, значки от освода. Ну, все на серьезном. Про детский лагерь сказать. Наш лагерь, он единственный такой. Единственный не в России, а в мире. У нас что ни возьми, все уникальное и супер уникальное. И ничего там особенного нет. А что у вас уникально? Ну, в первую очередь, мы серьезно относимся к жизни. Так и мы серьезно. Я говорю, ну, приехали разные руководители разных лагерей, скажите, мы встаем в 5, вы во сколько? Как в 5? Я не спрашиваю, как. Удивление потом. Сначала, во сколько? Ну, в 8. Так, мальчик, ты во сколько встаешь дома? В 11, иногда в час. Здесь в 5. Ну, вы знаете, пословица, которая встает. Ему это все рассказывают. У нас ныкать нельзя. Почему? Я вам объясняю. В Японии национальный культ кандзё. Терпение. Никогда не стонать. Не показать виду. Вот ребенку трудно пойти в стоматологический кабинет. И он сидит, ему уже сверлит, и у него слезы текут. Мать не будет уговаривать. Да подожди, не плачь. Она только говорит, сынок, муци, а где твое кандзё? Все. Я японец, у меня кандзё. Мужчина пьяный, колотит киоск, киоск, говорит, шатается, а она полицию не вызывает. И все понимают, мужчина поступает худо, а у этой киоскерши кандзё есть. Вот это нам кандзё, я беру оттуда. Другой, слушай, легли спать, у нас нельзя ни одного слова шепотом говорить. Я спрашиваю начальников лагеря, у вас такой порядок, да какой там прыгают, бегают, там не поймешь. У нас по-другому целомудрие, к девочке нельзя пальцем прикоснуться. Конечно, и она. В церкви стоят повроз. Чтобы купались, видели друг друга, этого никогда не будет. Целомудрие и стыдливость. Но сегодня образец это мусульманство. Мы христиане. Скажите, в ваших лагерях это есть? Второе, у вас этого нету. Третье, мы соблюдаем все православные посты. Вы соблюдаете? Как это? Так ребенок хотел поправиться. Я вам вопрос не об этом ставлю. Соблюдаете меня? Теперь посмотрите, дети, какие приезжают, какие уезжают. За 40 лет ни одного больного. Берем больных, которых чуть не на носилках приносят, уезжают все здоровы. Вам что-то это говорит? Нет. Ходим босиком, рано встаем, многократно, что 6 раз, купаются, дети не нервничают, все открыто. Уже через 2 недели мы спрашиваем, дети, хотите, мы будем вставать позже? Нет, ни один, они каждый день референдум. Мальчики первые, за стол первые, купаться первые. Но вот вечером по непогоде или как-то долго заигрались в футбол. А у девочек длинные волосы. Мальчики. Дадим им первым покупаться, начинает стонать. Ну вышли, девочки, вышли, вот подумай, какие красавицы. Да через 10 лет ты вокруг нее винтом будешь ходить, а сегодня ты не хочешь ей первой скупаться дать.
Ну, дадим или не дадим? Дадим. Все. Он сам должен решить. Это сокровище. Выше ничего этого нет. Вы храните мужчину. А ты за женщину готов будешь жизнь отдать за девушку? Вот как воспитывали. Дети, воспитанные во Христе. Приезжает. Вот он увидел коноплю, он хватает ее, трет и скорее нюхает. Наркоманы, дети. Родители говорят, мы купили наручник, его приковываем в батарею, чтобы уйти из дома. Все тащит. Приезжают они через месяц-полтора, ребенка не могут узнать. А что с ним сделалось? Он обнимает их, веселый. Разгладилось лицо. А что вы с ним сделали? Как? Ничего не делали. Мы каждый день молились. Утро начинается с молитвы, чтения Евангелия. Все. И у нас 4 раза в день разборка. Кто-то кого-то обозвал. Вот девочка, привозит 10 лет девочки. Сразу проверка, она со швами. Ее наш преподаватель один в школе увидел, мать запилась, она с бабушкой живет. Доит сама корову, 10 лет, в банку наливает, выходит на трассу Барнаул-Новосибирск, торгует, чтобы купить хлеба. Что с ее спрашивает-то? Мы обработали ее, а он уже, мальчик этот, узнал. И во время игры он назвал ее вшивой. Она заплакала, пришла, меня вшивой обозвали. Ну, ребенок! Сразу колокол, это тревога. Это оскорбление человека. Так, иди сюда, Вася, ищи в голове. Если не найдешь ни одной вши, я тебя накажу за ложь. Уж как он искал, он бы от себя подсадил. Но нет ее вши. А теперь посмотри, какая Иринка красивая. Какая она трудолюбивая, как она все может делать. Тебя наказание. С сегодняшнего дня все время с Ириной будешь играть и защищать ее. Я все время должен придумать, какие наказания. У нас физическое наказание лагерь. Там прокуратура, проверки, ничего нет нигде. Как? Он матерится. Вот ребенка 7 лет привезли, Алешка. И он первый вопрос. Какой? А у вас можно в лагере материться? 7-летний ребенок. А что, низость и убожество души, как Чехов говорит? А как Маяковский говорил? Пусть с фронта борьбы поступает с водки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Мы сегодня побежденные будем. По этому принципу Маяковского даже. И дети это знают. А что, у меня крапива вокруг лагеря, лечебная крапива. Сорвали, все молятся, в отдельную келью завели. Ругался, да, ругался. А зачем? Я не могу ничего сделать. Проведи губами. Я положил, проведи. Конечно, она его жгет. А родители всегда подписывают, согласны на это наказание. А может без наказания? Нельзя. Наказывая тело, врачуем душу, Златоуст говорит. И наших детей уже не надо там в армию убивать. Из наших детей ни один не попал, вот называется там бедовщина, ни один. Ни один. А это речь идет о сотнях мальчишек. А это вот жена его, и он сфотографировал ее на этом, вот оно 180 лет этому пруду, вот это свай это заливает, тут работаем, месяц едва сделали. А дальше, а теперь они купаются, дети прыгают туда уже, которые вышли в открытое море, а здесь их учат плавать. Но она даже здесь в форму креста, да, сохранится. Да, там дальше, с той стороны еще, но там батюшкина территория. Ну, мы стараемся не трогать. Обыкновенный пруд. Мы его запрудили. Все своими руками. Посадки идут. Все везде обгородили. Ну, он это все знает, мог бы показать. Если на наш форум зайдете, там 1000 фотографий. Вот в Mail.ru у меня 2600 наших фотографий. Вот вчера у нас на собрании уже 5 роликов выставил. 340 роликов. Как мы там... Вот как снимают, о чем мы говорим, что нас волнует. Вот сейчас забежали там какие девчата в храм Христа Спасителя, они там танцевали это. И все это у нас отвечено, я отвечаю дальше. Ну, мы реагируем абсолютно. Есть ответ, да, на этот вопрос? На все события. Человек, ну, должен быть всесторонне развитым. Но тебе это не поможет, если ты не знаешь про душу. Ты должен знать, что за тебя умер Христос. Что Он взял твои грехи, Он омыл тебя и может сделать тебя совершенно другим человеком. Видите, я говорю, я в АГУ преподавал, вот, а ГТУ 18 лет, педагогическом, сельскохозяйственном, медицинском. То есть у меня здесь нет десятки школ, все техникумы, заводы, фабрики, воинские части. То есть у меня нет места, где бы я не проповедовал, не вел занятия. Так, один городок новосибирский. И дальше, я работаю в тюрьме, в лагере с малолетками, начальник детского лагеря. Я знаю все слои населения, все. И скажу, что все везде ставит на ноги вера во Христа. У меня близкие знакомые, прямо друзья, мусульмане. У нас ни споров, ничего нету. Они внутренне понимают, что выше христианства ничего нету. Чингиз Айтматов был герой соцтруда однажды, написал плохо. И главный герой был христианин. Его спросили, вы же мусульманин? А почему главный герой христианин? Он говорит, Магомед много оставил хорошего, но за людей умер Христос. Видите, он мог так ответить. И мы ответим, за меня умер Христос. И я что делаю? Я это делаю во имя Христа. А вы хотели бы, чтобы у вас было лучше? А я это не знаю, слово лучше. Я доволен и благодарю Бога.
Вот 18 лет преподавая в университете, а там был ректор Евстигнеев Владимир Васильевич. Его сейчас нету. Очень хороший. Но его проректор Семкин Борис Васильевич, мы друзья, они к нам домой приходили. И они решили, чтобы я получил деньги. Но надо было, это не рубль, ИНН. А у нас не положено принимать ИНН. Я отказался от денег, и никуда я не подаю. Просто я не хочу. ИНН — это не печать Антихриста. Но это проба сил. Игнат Тихонович, про поваряну вот расскажите. Сейчас. Коротко скажу. Вот у нас называют по календарю. Вот сейчас мы вам сказали, этот человек назван на букву А. Ну сейчас бы Александр, Алексей. И вот вас всех собрать, весь университет и весь город, и никто не назовет. Только церковники назовут. Анфим. Не Ефим, а Анфим. А у нас община святого Анфима. Вот, пожалуйста. А это его сестры, их 7 человек. С нуля человек строится, ну, от скотины. Коров много держат, каждую неделю они приезжают с молочной продукцией. Ну, не на базаре, а там у кого городская администрация, кто где берет. Высшего качества продукты. Нам это надо? А это все можно сделать, я повторяю, не в год, а много раньше даже. Мы начали все с нуля, ни скотина, ничего не было. Вот теперь вот эта картина. Вот это Наталья. В то время, когда она была здесь. Наталья Приходько. Вот. Ну тут каждый биограф. Это дети священника были. Вот эта самая девочка Ира, которую обозвали. Вот она здесь. Ну она, конечно, если 18 лет назад было, добавьте к этому. У нее ребенок есть. Вот она стояла. Сколько она бедная претерпела. И за ней приехала ее мать нетрезвая забрать. И она спряталась и не пошла. Потому что она приехала не через мать, а через преподавателя в школе, а он был верующий. Я говорю, я не могу отдать, я вас не знаю, ну и все. Вот, это, эти уже они ушли, этих людей нету. Это дети в основном священников. Это у нас кухня, своими руками построена, чугун, видите, они ухватили его. Сейчас 3 удара колоколом, в колокол ударят, у нас колокола везде, все ударят. 3 это все знают за стол, а 1 собраться, просто собраться, объявление будет. 2 занятия, 4 чтение Евангелия. А уже 5 самое опасное. Это враги, это пожар, это напали на нас кто-то, или коммунисты, или мусульмане. Мы постоянно время тренируемся. Пожар, как тушить, дети знают. Утонул, искусственное дыхание. Дети все должны знать уметь. Его по зеленым сигналам не держим. У нас специально деревья проверены, березы крепкие, сучки. Выводят туда, они как обезьяны лазят. Ну, конечно, опасность, это все-таки обрез. Но это 40 лет, пока ни одного несчастного случая не было. Берем ягоды, клубника ходим, там много ягод, ну, пустынные места, можно сказать. Смородина, малина, мы свой сад там разбили. Это все ее, она и садовник, и прачка, и швея, и все. Какую ни возьми, она сама пекарь, блины там разные, шоколадные там делают, ребятишки в ней. Тоже души не чают. Как-то ночевало много родителей, ну, а я как начальник лагеря, мне тоже приятно, хорошее услышать. Ну и в конце я задал, скажите, что больше всего вам понравилось? А там есть чему понравиться-то. Там качели много, громадные качели, такие городки, игра. Ну я думаю, что-нибудь они избрали. И что они сказали? Больше всего в лагерь понравилась нам Наташа. Мы за своими детьми так не ухаживаем. Она ночью с горшками маленьких вынести, все. И все она везде успевает. И она обыкновенный такой же человек. Видите, как Господь, ну как говорится, судьбой ее устроил. По-другому. Она, может, и замуж не думала, а женихов у нее тут отбоя не было. Ну, ее не надо показывать, вон на фотографии, как она выглядит. Это и смирение, и кротость, и старший воспитатель. Мы потеряли много. Сейчас другой, там юноша, тоже он закончил ваш университет, кажется, историк. Он бард, музыкант, спортсмен, проповедник. Это все в интернете найдете. Так, немного. Вот этот парень меня даже напугал. Парнишка, сын священника, у священника, кажется, 12 ребятишек. Так называется проблема, я не люблю это слово. А это нерешенный вопрос. Надо говорить по-русски. Это нерешенный вопрос, это слово заменяется. Но он сидит, а чтобы работать, ну, что там делать, какую работу там, траву вырвали, нет. У меня маленькие гвоздики, ну, прибывают там где-то обувные. И они выправляют, учатся работать молотком-то. И ребятишки заметили, он гвозди берет в рот. Они прибежали, Игнатий Тихонович, а вот Арсений гвозди ест. Я пришел, ты ел гвозди? Нет. А зачем вы сказали, обманули? Ел. Мы видели, как он брал в рот, уже не один раз брал, а они еще... А где он? Он сплюнул, там целая горсть у него. Он как факир какой. За щеку их заложил, напугал. Ну, вот эта девочка, кажется, у меня наказание на все существует.
Я матерился, там, сделал, если обзывал, там, сколько ему горящих дать, это крапивы. Но ни один не видит, я бывает так по голенищу хлопну, а ты слюнями сделай, что сделаешь, чтобы другие знали, в страхе держали. Этого делать нельзя. И вот она сделала такое преступление по-нашему, я ее не мог наказать, не мог придумать. И она через год приехала, я всю зиму томилась, ну накажите меня. У нее совместилось добро и зло. То есть был наказан, лишен обеда, ее братик. И она для него хлебушек взяла, а потом испугалась, бросила в туалет. То, что она хорошо сделала, решила его подкормить, положительно. Ну а мальчишка один тоже хлеб унес, и я тогда вышел и говорю, осознается кто? То накажу, ну лишу там пирожков. А пирожки там это подсолнечные семечки на меду прокрученные. Не семечки, а зернышки одни. Там не выскажешь, насколько все интересно. И он не брал, а у него сестра, если, ну, я милиция, говорится, имел общение-то. Я его сразу вычислил, поставил, посмотрел, руки на стол положить, и я его определил, кто. Но мне нужно, чтобы он сознался. Теперь я вышел, вот сейчас я буду говорить, если я три раза ударю в ладоши, и ты не сознаешься, я тебе накажу обязательно. Не один. Я еще снова говорю. Привел там милиционер, подполковник. Как они поднимали целину, как дорого хлеб давался, он кусочек бросил тоже, его нашли за оградой. Не сознается. Я на него смотрю прямо. Еще сознаешься, наказание будет, но оно только небольшое. Не сознается. Я тогда посылаю весь лагерь, идите на юг, там полкилометра, идите между собой разговаривайте, никто не знает. А он среди них. Если не сознаетесь, весь лагерь будет наказан. Нет. Теперь на север отсылаю. Я на все четыре стороны посылал, я бросил работу, я занимаюсь детьми. 80 человек бродят и приходят, нет, среди нас нету, никто не сознает, а все уже кипят. Большие тазы, вот такие вот, этих пирожков, вот все эти пирожки уйдут в деревню, я их отдам, если не сознаетесь. Он не сознался, ты понимаешь, вот, выйди из строя, вышел, Алеша, ведь ты же это сделал-то. Молчит. А как ты мог вынести, когда дежурные стоят-то? А я за пазуху положил. Ну, ребенок, я не брал, но за пазуху положил. Зачем это сделал? Так, теперь вместе со всеми два таза полных пирожков в деревню отнесите. Наказание должно быть. И они все теперь боялись крошку потерять. У нас за столом не остается ни крошки. Едят, в левой руке кусочек, ложку поднес. Ну, Саша знает как. Вот, чашку облизал, дежурному показал. Дежурный махнул рукой, теперь опрокинул. За все лето ни одной ложки питания не пропадает. Отец мировой педагогики, Яна Москаменский, говорит так. За столом человек должен вести себя так, как в алтаре. Со страхом. А у нас, говорят, хлебом кидается, там, ну, в лагерях-то что делается? У нас этого нет. У нас дети совершенно другие. А берем прямо из мира, вот у памятника Пушкина, опять будем набирать летом. На нас тут все только не было. Детей отдельно, родители не приходят. Суд был. В ГТРК выступили, МК на Алтае, есть такая газета. Поганая газета. Они на меня написали статьи. И когда я приехал осенью, побеседовал, они заперлись никак. Был там Самольцев, ты хорошо знаешь Сашу, его статья. Я подал в суд, три процесса выиграл, опубликовали, заплатили, все есть. А дальше начался полный разгром. Не приведи Господь. Лучший журналист нашли в подвале мертвый, который писал, и там просто... Это не наша рука. Нас трогать нельзя, мы для Бога все делаем. Меня в прокуратуре спрашивали, а почему это такое везде? Все. Профессор выступал, его тут смели где-то, изрезали ножами. Это не мы только молимся и оплачивание. Зло возвратится к тебе. Ты делай добро. Я никому конкуренции не составляю. Детей очень много. Я занимаюсь бомжами. У нас бомжи, которые приходят, вы их не узнаете, эти бомжи. Бомж, притом глухонемой. Ну кому этот товар нужен-то? А он женился, она студентка, сейчас четверо ребятишек. А он оказался краснодеревщик. Любую модельную обувь шьет. Это добра у нас полно везде, в один на вокзал находить. Я никому конкуренции не составляю. Я всегда работаю на целине. Переходим сюда. Это вот мать привезла четырех ребятишек. А где-то еще у нее снимок там один. Вот тот большой. Разрешите, я подвину-ка. Вот она, эта девушка, отсюда сначала зашли. Ее звать Аня, но у меня Аня нет, я называю Юра. Это старое русское название. Юра. Вот она, Юра, здесь сидит, это наш шалаш. Там мы шалаши делать, там видно, на 10 человек. Стоит шалаш, потом трава вот так вот заворачивается на эти, которые прожили надаются. И он не промокает, как мы в ковчег. Это вот у ней Библия, а вот это колоски хлеба, это Александр Павлович ей вместо закладки заложил. Ну художник знает как. У меня когда Каспришин фотографировал, он дал снег и бросил. И это снег на фуражной шапке там, и эту фотографию там везде, на первое место в журнале сейчас берут. Он один броском снега меня сделал известным. Это талант. Хорошо сфотографировать, это талант. И это Александр Павлович, потеряет свой 21 год, это за 2 года до потеряет еще.
То есть есть 180 лет Патриархии, но среди 400 уничтоженных сел и наше село было. Это из города Енисейска. Мать приехала с ними, там она с сестрой. Очень непокоривые ребятишки. Она приехала, и два ребенка, и... Курите или не курите, пацанята? Он не курит, так я его сразу, ты куришь. Выкладывай все. У него нет, ничего нету. Так, я повторяю, если ты не выложишь, я тебя сейчас накажу. А наказывать буду еще строго. Парню уже 15 лет. Очень спортивно, на вытянутых руках, солнышко на турнике. Тут не каждый это сделает. Очень спортивно это. Ну и где так, нет у тебя, ничего нету. Так, подними руки вверх. Я ему сразу раз, а у него в носке было, я ему сразу нашел, где там папиросы. Мама, как это дядя Игнатий так быстро нашел? Так я с зэками по камерам посидел поскольку. Я знаю, где прячут, как ведут. И парень-то начал исправляться. Да он такой работник оказался хороший. Строили деревню, даже помогал. А так, никому он не нужен, девчонки тоже такие невоспитанные. А поехали это совершенно другие люди. Это 2 месяца. Но работа у нас каждый день, лагерь трудовой. Воскресенье не работаем. В субботу только до обеда. У нас своя баня, свой колодец. Все свое в лагере. Автономное существование даже сегодня от деревни. И поэтому вот скажешь, а где я применю себя? Вот вы, любой. 400 с лишним сел в Алтае заброшены. Любое место, начинай. Но это должна быть дружба, с властями завести, получить статус, работа очень много. Я только в Алтайской администрации 32 раза был первые годы, пока получили все статус. То есть я сейчас по фотографии буду говорить вам, а вы применяйте к себе, чтобы это не просто знаниями голову набить. Есть выражение, голова может быть земной шар, а сердце как песчинка. Ты расширь это сердце, и ты увидишь поприще там, где ты живешь, в соседнем доме, в соседнем заводе. Господь это делает. И как Бог это делает, я их не знал, они просто о нас услышали. А услышали через священника. А священник этот, немец Менонит, преподаватель Томского университета, он в моем доме обратился, сейчас православный священник, кандидат богословских наук. Закончил семинарию, академию. Он был менонит немец, теперь православный, у него другая вера. Я миссионер, поэтому я встречаюсь с баптистами, адвентистами, и когда встречаемся, они не могут доказать свое учение. Православие, если вы не знаете, это высочайшее откровение Божие на земле. Это целомудрие. Не то, что вот видите, пьяный, я православный. Православие – это то, что в учении заложено. Вот как Наталья себя показала здесь, вот прямо конкретно, как у нас вот люди живут. У нас как крещению человека, допустим, 3-5 лет проходит. Подают заявление, мы ходим на дом, проверяем. И потом еще 10 человек в комиссии смотрят, допускать или не допускать. Мы рекомендуем батюшке. Просто так вот, как сейчас в церкви пришел, деньги заплатил, тебя ладошкой по голове. Нет, у нас полное погружение в воде. И при том, все это делается бесплатно. У нас ни за свадьбу, ни за крещение нигде ни рука не берется. Вот это православие. Вот оно, ну, человек, как Христос говорит, человека судит не по словам, то есть, но по делам. И при том, мы в этом не видим ничего великого. Я тоже с ними отдыхаю. От того, что я собираю, там спонсоры помогают, там крупы и прочее, я тоже питаюсь, ну, трудящийся на своем пропитании. И это вот все Александр Павлович все знает, он из года в год приезжает к нам. Теперь еще Каспришин, знаете, кто с Каспришина? Это корреспондент «Алтайской правды». Вот видите, меня молодежь не знает, надо познакомить был, я ему звонил сегодня. Так, пойдемте еще здесь покажу. Это вот как раз они в этом шалаше. Они приехали, даже не спорили. Я ничего не делал. Мы старались каждому ребенку достать какую-то новую одежду, обувь. Иногда и привет еще покупали. Ну, я поэтому волка ноги кошек, я потом председатель ходил, доставал. Бедные люди, кофточки, там, все это постарались достать, чтобы они помнили это, что Россия не умерла. И поприще для добрых дел открыто, даже вот исходя с этого места, вот сейчас как есть. Вот. Ну это я не знаю, без меня фотографировал. Александр Павлович, поясни, что это, где, в каком месте? Да это у вас в лагере. А, не что? А, вон это лагерный крест. А. Нет, это девчонка, бабушка привозила, помните? Ну, такая какая-то она. Не Валентина Павловна? Нет, потом уже. Ну я не знаю, ладно, это просто девушка, интересный пейзаж, эти травинки как. Она один раз вот. Там была. Вот люди. Так, а где наши люди? Я покажу кто. Где Людмила Степановна? Иди встань сюда. Похоже, нет. Поверни сюда. Так, Сергей, где? Вот она, вот посмотрите на нее. Сергей Павлович, где? Иди сюда. Вот она, посмотрите, вот он. Вот вы его увидели, вот он. Видите, с каким удовольствием они поют.
Вот этот парень в армии сейчас, это не нашего даже круга, но к нам ходил. Это Потеряевки живет. Вы видите, ну, живые экспонаты. Это они в церкви сидят, это глухонемой, который я говорил, вот у источника Никольского. Это огромная статуя Христа, это он вырезал. Вырезал, ну, с помощниками. Это он сделал. Тут он принес здесь? Да, это он, Андрей Дробот, вот которая, она ветеринар, закончила, четверо, я говорю, ребятишек. А это вот... Он не будет. А? Не будет он. Как, что не будет? Не будет, он уехал. Как уехал? Ну, потом. Так, он должен ко мне был заехать. Я все забрал. Все забрал. Все забрал, что он передал. А кого? Все забрал и уехал. Кто забрал этот? Да, ферма. Так это же большой город. Я голубей держу, голубятник. Мне семечек привез первым. Для голубей. Два мешка. Бесполезное дело, к слову сказать, голуби. Но голубей держали Зыкина и другие. Голуби – это особая птица. Я все время отвлекаюсь, потому что они на это зашли. У меня три голубятника. Это элемент воспитания. Не, вот гогочет гуси, они уже через 20 минут надоедают. Курица кочет. Голубь никогда не надоедает. Из всех птиц Господь избрал, он творец, но избрал голубя. Дух Святой в виде голубя, голубь мира и везде. И у меня породистые голуби, три голубя там. А фиагора там, ну, помогает там отходами и прочее. Вот. Это врач краевой больницы здесь. Сейчас работает здесь. Патологоанатом. Вот. И вот они сидят после богослужения, у нас трапезная, и вот они сидят, поют, воспевают. Мы называем себя христиане широкого профиля. Вот у них песнопение, это от баптистов. Песенники баптистские на русском языке. И они поют, ну, слова-то хорошие, они против православия ничего нет. Почему мы должны зазирать? Есть. Переложены на музыке стихи Пушкина, Лермонтова, «Выхожу один я на дорогу», там такие есть. Очень хорошие даже. Одну молитву чудную. Вот это еще было до Потеряевки, значит, в 89 году. Это снимки Александра Павловича, вот на лобове стоит. Вот у нас тогда ничего не было, а сейчас у нас там и кухня, и под шифером, холодильники, все по-другому. Электричество подведено, тогда ничего не было. Вот стол, паяли, все убрали. Убрали шалаш, вот только от солнца. От дождя, если то, то внутри шалаша обедали, ничего не было. Но мы все равно приезжали каждый год. Приезжали и работали. Я начальник лагеря. Я должен быть там, но я работаю на работе. Тогда, если ты не работаешь неделю, ты тунеядец, а арестуют. Вот какой бы вы нашли выход? Чтобы я мог быть с ними и одновременно чиститься на работе. Вот вам задача просто задается. Как? Я работаю на стройке. Мне прорабом, я прораб, не дают работать. Я работаю печником, плотником, бетонщиком, стекольщиком. Я все специальности знаю. Но! Вот трест у меня все время стоял на первом месте выработка. Меньше 280 у меня не было, 300%. 280-300% выработка была. И вот теперь он мне делит по 150, а неделю я работаю, неделю, ну ты на 150. В бригаде забунтовали, как так, неделю не работает, он говорит, у нас общий процент 112. Хотите, я вам сделаю отдельно, ему нет, не давай со всеми. То есть мои проценты их растягивают. И у меня хронометрист все время, ну иногда присылали, она смотрела, откуда эти проценты, как? Как делать? Меня послали туда, я иду и попутно сказал, а почему взяли? Я знаю, через неделю там надо, там лестница потребуется, я за ней уже не пойду. Оттуда иду, вдруг я несу рубероид. А рубероид зачем? Через два дня здесь надо будет окна забивать. То есть каждый шаг мой должен быть загруженный. Но отсюда, ну, конечно, я перекуров не знал. 280-300%. Вот за этой молитвой стоит. Это моя жизнь. Я три грыжи заработал позвонковых, но я живой. Потом, Олег, про интернет расскажите, где вас заманили. А? Как вас забанили в интернете, расскажите. Да, это рассказывать, охотников много. Забота посчитали. Счетка не было, опять все восстанавливают. Нашему сайту нет равных. Вот я, по милости Божией, здесь когда преподавал, и у вас тут был, я говорил, Филатов. И он опубликовал первый материал обо мне. А потом в газете мы опубликовали один материал, второй. А потом пришли люди, старобрядцы, и говорят, а почему не издать отдельную книгу? Я говорю, а как? Я даже не знал, что-то можно разрезать. А вот эти ваши 14 материалов, они, ну, там, сравнить по 10 будет, это уже книга будет. А кто будет верстать? Я не знал слова верстать. И, наконец, я издал первую книгу стихов. У меня написано стихов. Сколько стихов? 3467. Чтобы понять количество, что такое это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок вместе взятое, меньше на 500 стихов. Я посчитал. Я не поэт, и, конечно... Тамара Михайловна. Ага. Я хочу сказать, как Господь это все сделал. Вывел. И я издаю книги.
И за 9 лет я даже сам верстаю, сам делаю набор, каждая книга 752 страницы. В каждой книге 64 страницы цветных фотографий, большинство его. И у меня вышло 38 книг. Понимаете, это 1,40 м библиотека. Переиздаю Новый Завет по весьма параметрам, с толкованием, самый лучший в мире. Густава Дора, мы раскрасили его весь. Электронной версии. И послали Путину, Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу, патриарху, Карлину, трехтомник, по 752 страницы, священникам, Максиму, епископам. Из 150, кажется, священникам подарили. Мы подарили на 1 100 000, а у меня пенсия 4 000. Скажите, это Господь делает. Да, скажите, пожалуйста, вот с какой надеждой вы послали эти издания Путину? Знаете как, в первую очередь, я верующий, это всегда на первое место выводить надо. Я поверил по надежде сверх надежды. Дальше, я заложил то, что моим голосом начитана Библия, второй раз перечитал, на архипелаг ГУЛАГ, и по два диска, всем, и пошло уведомление, что получили, а потом показали библиотеку Путина и показали, мои книги стоят, я сам не видел. Но читают ли они их? Да. А надежда такая, что, может быть, изменятся времена, его заинтересует оформление какое, в Алтайском крае так книги не издают, в городе Алтай, с круглением корешка, с закладкой, там, ну, просто золото. В старинных традициях. А? В старинных традициях. Очень хорошее издание, ну, просто я могу показать это. Это Господь так сделал. И книги эти пошли. Ведь я не издатель, но издал 38 книг, а на 3 еще в интернет-версии поставил, еще книг на 5 потерял, но я внезапно обрезал. А вы знаете, есть еще библиотека Конгресса Соединенных Штатов Америки. Вам туда надо послать. Может быть, но здесь мои 2 экземпляра, все в краевой библиотеке. Нет, Конгресс? Да. Я знаю про это. Там фильмы наши находятся, а нас нету. Да. Вот смотрите, просто можно интересно сделать. Я служил в морфлоте. МФ, 2 буквы сокращенно, МФ. Ну, это 20 лет мне было. А теперь мне 72, и я снова вернулся к МФ. А как так? Здесь же нет морфлота, М. Я оставил все, стихи не пишу, как бы мне ни хотелось, внезапно обрезал ни одного стихотворения. Каждую неделю 4 проповеди говорил в церкви, отрезал. Выступал в печати, ни одной больше от меня статьи никто не получит. Я все, 8 пунктов полностью отрезал, оставил только одно М, молитва и форум. МФ. К крещению, давайте. Вот давайте зайдем. Смотрите, это наша местность, это вот мой брат родной священник, отец Аким. Этот готовится к крещению, с полным погружением будет. Вот видите, какая форма одежды у нас. Маленькие дети, ну, играют-то они не так. Играют там, они могут, мальчики в шортиках, девочки в платьях, а это церковное платье. От земли, чтобы не больше 10 сантиметров. Это русская исконная форма. Сурикова, посмотрите, Репина, там, Полежаева, там много что. Смотрим дальше. Вот это крещение. Это мой брат родной, отец Иоаким, он на 5 лет моложе меня. Это люди, вот эти все, приехали из Германии, там не могли покрестить. А у них родственники есть. И вот они кресты. Это 2 девушки, а это их сестра старшая. Екатерина, значит, Светлана, Мария. Это Мария уже, она потеряла язык, только по-немецки разговаривает, по-русски уже слабо. И вот сейчас они входят в воду здесь, и полное троекратное погружение по всем канонам. Разве здесь не могут это делать? А люди, когда не находят, они идут в разные секты. У нас секты не зачем идти. Мы все выполняем. И к нам приходят адвентисты. Вот сейчас где-то женщина здесь, где Любовь Николаевна-то? Надеюсь. Это люди, которые из адвентистов. Подойди сюда, Алла. На минутки, ну подожди. Подойди, пожалуйста. Я просто живого человека покажу, не просто. Это человек, вот корень из корня, из семьи баптистской. Она услышала весть благую, приняла православие, крещение, дети, зять у нее священником православным. Надо бороться, бороться надо. Бороться надо с евреями, с мусульманами, с сектантами. Но оружие только одно на всех, любовь. Мы должны нуждаться помочь, показать, что выше православия ничего, только любовью. Больше нам не дано другого оружия. Ни теракты мы не можем делать, ничего. Вот я в тюрьме был, работал, а там сидят, бывают и чеченцы, и все. А я мусульманин, другой нации. Неважно, ему в первую очередь я помогаю. У тебя другое обычай, другая еда, тебе так тяжело. Ты в нем должен увидеть в первую очередь человека. Вот я вам заговорил, там баптисты, там адвентисты, а там в нашем доме, в нашей общине люди пришли. А обычно 85% сектантов это бывшие православные. Они ничего не знают, к мощам там везде это суются. Вот. Ну а крещение, что тут сказать? Это канон, 50-е правило апостольское. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот, подойди сюда. Любовь Николаевна, бывшая адвентистка. Адвентисты 7-го дня. Пожалуйста. Ее они не узнают теперь.
Она врач, с красным дипломом все закончила. Дочь только что закончила с красным дипломом медицинский университет. Мы не подземельники пензенские. У нас программисты, Юрий сегодня не пришел, он ваш университет закончил, тоже с красным дипломом. У нас почти все с красными. И одновременно они люди верующие. Мы просто ставим такую задачу. Сейчас один на тоже медицинском учится, да не один, трое. Маша и Никита еще. Вот, Вася. Человеку нужно на деле показать. Она увидела, была с дочерью в лагере, дочь сейчас как раз закончила медицинский, родился ребенок. Показать, что такое православие. Православие — это целомудрие. Это знание, открытое Богом в конечной инстанции. Дальше ничего. Если православная церковь не сказала, больше искать не надо. А чтобы узнать, что написано, это 300 томов фолиантов. 300 томов. По 600, 700, 800 страниц. Я их все не считал. Я что-то считал, а что-то не мог достать. Блаженного Иеронима через 50 лет только нашел. Даже в библиотеках в Москве не мог найти. Ну, редкая такая литература. Все. Сейчас, я вот здесь еще хотел показать. Это вот крещение. Говорят, детей не надо крестить. Но у православного нас крестят. Видите, ребенок против, а он испугался. Россия не была пугана, это сегодня пуганая. Это ребенок, его естественно крещать. Кроме того, этот ребенок, он на два месяца раньше родился. Это ребенок в барокамере провел жизнь свою. Там его покропили. А теперь он подрос, теперь его крестят. Это врач как раз стоит рядом. Мы могли бы там посмотреть, но там понятно. Время-то, наверное, уже нет у вас, да? Там один фотоснимок есть, где Наталья замужем, и в церкви дают пить. Маленькая чашечка такая, вино, жениху, невеста, а потом к невесте возвращается после троекратного, они пригубляют из одной неудобной чашечки, и она выпивает, прям ложка или две вина, но она поперхнулась. И я с этого сделал, Аня, у нас, вот мы все сухой закон держим, у нас православных разрешается там, религиозно, праздники по уставу, я выпью, это не грех, вот я был в Синоде в Нью-Йорке, ну и там, молва пошла, что я не беру в рот. А не берешь в рот, ты против вина, значит, ты еретик. Митрополит ставит мне стакан, выпей. Я говорю, я не пью, выпей. На вас идет молва, а если ты считаешь за грех, я выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепче. Какое же это вино? Ну, там вино, ясно дело, там высокого качества. Ну, а теперь мы видели, что вы вино не зазираете. Я не зазираю, просто слишком много зла от этого. Я в рот не беру. Это на себя поставить. Я вот 30 с лишним лет, мясо в рот, я говорю, мне это не надо, у меня достаточно силы. Вот. Мы всегда встаем в 4.40, вот все мы встаем, которые 4.40. Это спокойно, тихо, везде надо быстро делать. И тихо только на молитве, на чтении Библии. А потом уже, там, после 6 мы начинаем работать. А ложиться, когда во сколько будешь? Хоть в час, хоть в два. Вот когда я вот это все успевал делать, у меня на сон уходило 2,5 часа в сутки. Я не знал, что во мне это заложено. Я стал помаленьку урезывать. Наконец завел 4 часа, и вот 2,5, и я почувствовал, мне уже сердце с перебоем. Я на этом остановился. Я не насиловал организм. Потому что вот Елизаров, Косник, он 3 часа спал, Эдисон где-то 2,5. Это в человеке мы используем и 2-3-4%, а 96% невостребованно остается. Ох. Так, вопросы. А там еще одна есть, храм, но там ничего нет. Ну там, да, там договор просто. Так, говори. Что сегодня ни раньше, ни позже приезжает. Этот человек, обернулся на фермера, он только был в Аргентине, лучшие методы знает. Ездил в Германию. У него такая техника. Мы с ним однажды ехали, вот у нас рядом собирает 16 центнеров гектара. Ну, 200 гектаров, это наши деревенские. А он рядом, он собрал по 42. 16-42, заметьте, какая разница. 42, 6,5 тысяч гектаров у одного человека. У него рабочие получают, может, 8-10 раз больше обычно. Но ни воровства, ни пьянки уже, чтобы не было. Каждому говорит, держи хоть 100 свиней, отходы дают бесплатно. Надо человеку дать жить. Ни одной милиции, чтобы 100 тысяч платить. Чтобы ты 100 тысяч получал. Тебе дом построить надо, как в Ливии. Каждому бесплатно дом, вот который разгромили Ливию. У каждого откладывается бесплатная медицина, бесплатный газ, бесплатное электричество. Нам до этого надо еще идти. Вот мы сейчас, я не голосую, но мы молимся, Господи, дай умного, хорошего, богобоязненного правителя. Мы не голосуем не, просто по убеждению, это ничего не меняет. Я не голосую, что вы не голосуете, это ваше право, но это право, но не обязанность. Поэтому обвинять за это нельзя. Но мы уже объявили всем, мы усиленно сейчас молимся. А выбирать-то легко, это Жириновский. Ну, это же понятно, что мы из ума выжили.
Если Зюганова, возврат к старым репрессиям, кроме Путина-то вообще-то никого и нету. Нет никого, никого не сделали. Ну не я же пойду президентом-то. Только ботинки чистить ему. Но советником я бы пошел ему. Я бы, может быть, что-то достал бы ему, хороший совет дать. А, вот, к слову сказать о политике. Вот он сейчас бы приехал к нам, Владимир Владимирович, как бы его приняли? Патриарх, по первому чину. Но высказал бы все недостатки. Я очень хорошо их знаю. Потому что я общаюсь со всеми кругами населения. Вот. Особенно на молодежь. Совершенно не смотрят. Молодежь у нас покинутая. Если так дальше дело пойдет, как Андрей Кураев говорил, так еще раз. Говори. Вы знаете, еще говорят, слушай, а в тюрьме есть слово говори, я оттуда это вынес. Это самое краткое слово. То есть я тебя слышу, не теряй время, скорее говори. Иначе сейчас дежурный услышит, и обоих КПЗ посадят там в ШИЗО. Говори. И это очень четко. Я даже там многому научился. Я сейчас шел мимо КГБ и говорю, у меня по санкциям МГБ арестовали, московского КГБ, там материалы найдены были. И они считали, МГБ, что в Сибири трудится несколько отделов. Распространяют магнитофоны записи. А когда все сконцентрировалось, один человек. КГБ-то, они пришли до этого. Несколько организованных группировок. Да, было, да. Все. Одним голосом насчитано. Одним голосом. Моим голосом 50 книг аудио насчитаны. Это все тиражи. А представьте, как это раскручивает. Одной кнопкой 10 магнитофонов срывалось. Сразу две дорожки. На скорости 19, а прослушать на 4,7. То есть поприще открыто, а сегодня, тем более, я в Мал.ру сейчас больше времени провожу на форуме. Новые люди. А сейчас один щелчок, 2000 получили. Геннадий Тихонович, ну вы расскажите вот то, что вы на форуме выставили про это самое, про пляски-то на аналое в храме Христа Спасителя. Я немного выставил. Когда этот материал поступил, как вы комментируете? Я не знаю, как меня... Кураев или по-другому? Да, Кураев там, Андрей об этом сказал. Ну, Кураев сказал в шутливой форме, а отец Андрей, этот Дмитрий Смирнов, это главный по силовым структурам и патриархам, он более серьезно сказал, что за этим стоит. Ну и мне звонят из монастыря в Москве, как вы это прокомментируете? Я сначала ознакомился со всем, кто там специалист по музыке, выслушал его, что сказал, специалист по року, там что они к рэпу ли относятся, то есть к какому классу, как это было в Англии, чем это заканчивалось. И дальше показывают, как они пляшут на лобном месте и перед алтарем. Ясно дело, что это совершенно. Их адреса выставлены все где-нибудь. Им даром это не сойдет. Они еще не понимают, что они сделали. Но я за этим вижу другое. У меня 1300 темы разные на форуме. Я не знаю, в какую тему поставить. В музыку? Там музыки нету. Пение? Нет пения. Поднятие ног выше головы. Хулиганство? Ну тут что-то другое. Я куда ввел? Никогда не додумаешься. Праздники православные, введение во храм Пресвятой Богородицы. Ну это ближе к Кураеву. А, почему? Потому что вот теперь вели других девиц туда. Да. Какая она была, а теперь вели. Почему сделали? Они без вышестоящих не могли сделать. Кто-то там курирует очень серьезные силы. Их аккуратно брали там охранники, потому что охранникам голову снесли бы за них сразу. Их трогать нельзя было. Но их возьмут всех. Там первый раз оштрафовали, там главное, что они делают? Мочатся в бутылочку, в баночку и на милицию мочой своей брызгают. Ну где это видно, в какой стране? То есть они обезумели, подожгли милицейскую машину, и, то есть они не знают, то есть они нарываются, ну возьмите. Я так думаю, доказательств у меня нет никаких, что Путин знает про это, он не может знать, в храме. И они пели церковным мотивом: «Богородица, прогони Путина, Богородица, Пресвятая Богородица, прогони Путина». На мотив, по-церковному, и очень хорошо говорят. Говори. Добрый. Так, Женя, перезвони в другое время, я нахожусь в университете. Пожалуйста. Через час еще, пожалуйста. Вот как раз позвонила эта третья женщина, которую я сказал по телевизору. Благодарить там, что ее обличили. И вот эти люди, они, ну там уже отзывы идут, под большим-большим прикрытием где-то. Их даже не... И думаю, Путин знает об этом. И до времени, после выборов, они могут сделать расследование за этим. Ну, я должен за кадром посмотреть, что там за кадром еще дальше есть. Вчера мы несколько раз смотрели, священник с нами был, с другими священниками по России посоветовались. Никто не может понять, такого не было, такой выходки. Центральный храм Христа Спасителя, ворвались пятером, и дальше они начали выкобучить перед царскими вратами. Но они внутрь не зашли. А Андрей Кураев говорит... Защищая, как бы защищая диакон. В первую очередь Масленка, а поэтому тут игра такая идет. Вот, а я бы их угостил блинами. Ну, был бы мирянином, я бы еще ущипнул их. Понятно?
Конечно, это не ответ, но Андрей, он очень умный, он говорит по делу. Но их, интересно, когда показывают они там это видео снято, их никто не бьет, но кто-то из прихожан, там пустой храм был, кто-то все-таки успел, одной волосы всыпился. Их не бить надо. Мусульмане бы живыми не выпустили, это однозначно. Их бы просто по кусочку вытаскивали бы. Ну, то есть понимаешь, что они сделали? Это центральный храм, там, где Путин молится, там, где патриарх бывает всегда. А его передали патриархии храма? Он же принадлежал мэрии Москвы. Да, ну это я даже не сказали, что не принадлежит церкви этот храм. Да. Но дело в том, что их кто-то воспитывал. Они, одна с Магнитогорска, там с Воркуты, они собраны были. Но видно, что хорошо их натренировали, они все в масках надеты, с прорезами. И как они падали, молились, крестились, а потом ногами выше головы поднимали. Посмотрите, зарядите там храм Христа Спасителя, рок-группа какая-то, вам сразу весь эфир наполнен этим. Я не могу ничего сказать, кроме того, что своим сказал, давайте за них молиться. Две Алена, там Наталья одна, мы будем за них молиться. У меня одно оружие, МФ, молитва и форум. Я в день, вот мне приходится, ну по милости Божией, не меньше 15 раз в день становиться на молитву. Что значит за раз? Разовое, это значит три святое молитвы, да Отче наш, и 100 поклонов. То есть я ушел из этого мира, мне здесь уже ничего не надо. Я могу влиять только через молитву. И потом мне звонят с разных стран, отовсюду. Проходит время, люди сообщают, а вот кто-то. Не от меня это Бог так делает. Вовремя я отстал. Я добровольно отдал все полномочия. Все, дома подписал, которые я судился. И 11 лет здесь. У меня же изъято было все. Я выиграл процесс. И мне два дома отдали здесь в личную частную собственность. Я отдал один по церковь, другой. Я уже подписал... Как называют это? Завещание. Вот. У меня ничего нету. И в то же время вот это мои родные братья и сестры. Игнатий Тихонович, сегодня первый день Великого Поста. Скажите немножко. Да, тут некогда будет говорить. Подождите. Это работник «Алтайская правда» в наборе работал. Это человек, профессиональный дрессировщик собак. Представьте, кинолог. И он услышал наше объявление, увидал на столбе, и говорит, сектанты заморские, под православных косят, пойду разберусь. Пришел, вот разобрался. Принял крещение, сейчас вообще нашей общины. У нас, видите, бороды не троганы, все под поясок должны быть. Ну, это форма русского человека. Я на любого покажу, и у каждого своя интересная биография. Так, тебе Дворцов известен кто? Подойди-ка сюда, Надя. Скажи, кто такой Дворцов? Это писатель. Писатель. Вот ее отец тоже писатель. Фамилия? Фролов Иван Ефимович. Вот. Видите, какие люди у нас находятся. Она работник телевидения, Алтайская ГТРК. Господь нашел их всех. А где? Через университеты преподавали. Я вел занятия во всех воинских частях. Ну, такой был спрос. Спрос был, как говорят, бешеный. Я возвращаюсь домой, несколько полковников. Они зафрахтовать самолет, чтобы у меня с одной воинской части другой. У меня нет духовного образования никакого. Я до всего доходил самоуком. Сам. Сам читал, сам находил, сам конспектировал. И, ну, просто Бог дал это, видя мою большую жажду просветить русский народ. И вот вы что учили, вы забудете все. Но запомните вот два слова. По-русски меня фамилия Лапкин. Лапа увеличитель. Лапкин уменьшенная. Игнатий, если вы в интернет Google заведете, вам сразу выкинет сотни страниц. Сотни. И там все, где форум, где я выступал, где говорил, на каких, начальник детского лагеря, сайт. Только запомните, по-русски введите. И даже не надо вводить вот этот будет, что дали. Почему? На ровном месте. Понятно, ну фамилия и имя у каждого есть. А я сокращенно подписываюсь вот так. Иг, а вот Алла. Игнатий Лапкин. Но получается смысловое слово игла. И в Библии 585 753 слова. Но из них игла только одно. Игла означает слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. Что сшивает люди. Я как игла. Второе. Фамилия Лапкин. Слово «лапка» в Библии встречается только один раз. Паук лапками цепляется, добывает в царских палатах. Экклесиаст Соломона. Ну, у студентов следующая пара. Им надо идти, наверное. Все, отпускай, да. Я говорю, они уже, может, не успеют. Я же не знаю, ну, мне да. Надо останавливать. Мы с вами встретились. Если у вас будет желание, в Mail.ru зайдите на меня. Мы можем переговорить, скажите где. Летом в детском лагере у нас. Вот, понимаете, строим деревню, но мы конкретно можем показать. Книги наши, ну вот, здесь Никитина 53, прям на территории Динамо, подальше туда, напротив здания администрации Центрального района, там все книги мои, 38 книг. Книги почти в три раза дешевле, чем они должны продаваться.
Может, какие-то вопросы есть? У меня переводчик рядом, я плохо слышу. Немножко что-то хотел сказать, да? Игорь Тихонович. Погромче. Вы сказали, что Потеряевке 180 лет, так? Что там в Потеряевке? Потеряевке 180 лет, это так? Да, это все вместе. Получается, что год основания 830-й, да? Она в 72-м году разрушена была, 20 лет отсутствовала, а теперь мы ее восстановили, с нуля восстанавливаем. Вот, в 91-м году получили статус, а в 90-м уже мы там были. Вот так. У нас... До революции была церковь, нет? Как? До революции была церковь. До революции была церковь? Ну, не было, церкви там нигде не было. Была в Корчино, 15 километров. А теперь только у нас. Мы первым делом построили церковь. Деревня полностью разрушена, оставались только стены полуразрушенные бывшего клуба. Пополам его разрезали, в одной школа, а в другой церковь. Там все интересно. Там у нас все эти замы Суриков, все побывали где. И кто бы ни приезжал, все подмечают самое главное. Вот, ну представьте, приезжают какие директора институтов за рубежа. И все поговорят, движущей силой всего в лагере Лапкина, не моим именем называть его, у нас большой буквы любовь. Любовь, но любовь не потворство. Вот ребенок некоторый приезжает, ну она маленькая была, вот Алла, Яна у меня. Вот ее дочка Света, она сейчас матушка за священником, священническая жена. Она маленькая приезжала, а потом уже со своими детьми уже приезжала. Пожалуйста, если плохо, еще бы она приезжала, 18 лет была. А там у ней шестеро детей, и дети там все при лагере были. Пожалуйста, сын программистом работает, вот, дочь там в медицине, у нас все работают, не работать нельзя. Так что, может, еще... Походу можно. Я, видите, оказывается, задерживаю вас, нам она не принята. Вот когда выступает по кафедре, с кафедры где-то, обычно говорят, выступающему 10 минут. 10 минут. Но вот я выхожу, он сразу объявляет, выступающему 2 минуты. Мне всегда только 2 минуты. Но за 2 минуты я им скажу столько, им на 2 года хватит. Спасибо. Да я в вашем большом зале, это Марк. Скажите, какие материалы на форумы выставлены? Там все материалы. По любому. Вот задайте. Я там отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, учеба, семья, работа, будущее мира, там, ну, что хотите. И согласно Библии, святых отцов и мировое искусство. У кого есть интернет, нет, вот один. А буду смеяться. Ну, можно смеяться. Выставка. Так что можно отпустить. Все. У кого есть выход в интернет, дать? Игнатьевич. Бров зацепили. Кто правитель? У кого выход в интернет есть, может дать? Все? Вот он входит. Ну все. Слава Богу. Там группу нашли молодежи. Надя, покучнее маленько. Сухи. Подойди, еще. Все, пошли. Не, постойте. Давай, Николай, ты успеешь встать. Да я успел. Володя, иди сюда. Ну а снимок-то что развернули, как попало? Подоставь, Володя, чтобы попали его тоже сюда. Николай, захвати их вот сюда. Чтобы вы-то попали в снимок его. Вот так.
А вы его снимаете в краевую администрацию. Вамуш. Николай, захвати его на того, лобу его в снимок. Ну, фотографию-то разверните ко мне. Самое главное. Да, держи. Ну вот, все хорошо. А с нами-то хоть бы сфотографировался? Все, пошли. Вон-то с нами. Так что...